премьера на национальном телевидении. Программа «Открытый регион» с Натальей Володиной. Вы узнаете о том, какие информационные услуги жители Чувашии могут получить в службе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, как правильно пользоваться вызовом 112, как работает служба спасения и каким образом цифровые технологии приходят на помощь жителям республики в трудную минуту. Гости студии – начальник главного управления МЧС России по Чувашской республике Станислав Антонов и председатель Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамин Петров. Смотрите на телеканале 22 сентября в 20:30. Слушайте на национальном радио 24 сентября в 20:30.